Всем здравствуйте! Певица и ее пока еще муж Дмитрий Исхаков около полугода не живут вместе. Полина Гагарина не мешает фотографу видеться с дочкой, ради которой они сохранили нормальные отношения. Певица обратилась с заявлением в мировой суд Юго-Восточного округа Москвы. Полина Гагарина не только хочет развестись с фотографом, но и оставить себе трехлетнюю дочь Мию. При этом артистка не против встреч отца с девочкой. За время брака с Дмитрием у Полины появилось совместно нажитое имущество. Они будут через суд делить дом, несколько квартир и компанию звезды, в которых теперь Исхаков не занимает никакие должности. Певица проживает в загородном доме с дочерью и сыном от первого брака Андреем. О причинах развода с Дмитрием Гагарина ничего не рассказывает. В окружении артистки поговаривали, что ее не устраивали заработки мужа. При создании семьи Полина и Дмитрий не заключали никакого брачного договора, о чем, вероятно, кому-то из них придется сейчас пожалеть. «Я абсолютно не прагматичный человек, скорее романтичный. Не выстраиваю какую-то стратегию. Мне кажется невозможным, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто уже заведомо готов к концу», — делилась своим мнением на подобный вид договоров Гагарина. Гагарина и Исхаков прожили вместе около 6 лет. Дмитрий утверждает, ему есть за что сказать спасибо бывшей жене. «Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак? Может быть. Жалею ли я о чем-то? Нет. Благодарен ли я? Конечно. Много за что. Захочу ли я когда-то снова жениться? Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те, кто держится, есть, но их очень немного. И еще большой вопрос, не привычка ли это и не инерция ли? А семью свою я очень люблю и буду любить всегда. Разве есть что-то важнее и дороже?» — делился фотограф. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.